Друзья, всем привет! Сейчас вот вышли немного прогуляться. У нас наступила уже осень. Ветра дуют. Сегодня ураган у нас был здесь, в Германии. И сейчас пока гуляем, немного поснимаем, вон, как выглядят дома. И вообще, как выглядит все остальное. Друзья, посмотрите, какое небо сегодня у нас. Красивое. Меняется каждые 5 минут. То тучи, то дождь. То небо голубое. Сегодня у нас передавали еще со вчерашнего вечера, что к нам придет сюда, в Германию, ураган. Но он и правда был, сегодня утром был вообще ненормальный ветер. 150 км в час. Да, все сдувал, сметал на своем пути. Сейчас вроде более-менее так подтих, но все равно есть. Я вам что хотел показать. Вот здесь у нас находятся дачки такие, но их, правда, не так уж видно. Такие красивые дачи. Очень красиво. Там внутри люди на выходных отдыхают, жарят, грилят. Классно здесь, чтоб дачу, я не знаю, как в других городах, но у нас дачка стоит здесь 100 евро в год. Смотри, какие красивые яблочки. Вон, смотрите, какие яблочки там растут у кого-то на дачке. Да, красота летом, вообще красиво здесь, когда все цветет, пахнет. Очень красиво. Такие домишки. Смотрите, какое дерево уже желтое. Это каштан. А вон кто-то собирал, смотри. Угу. Насобирали, ну. Так же люди на велосипедах у нас тут ездят, хотя уже холодно. Да, здесь. Они немцы здесь катаются на велосипедах круглый год здесь, неважно, зима или лето. На работу ездят тоже утром. Кто в 5 утра работает, кто в 4, тоже тепло одеваются, ездят. Несмотря на погоду, несмотря на что. Смотрите, тут какое красивое место у нас тоже небольшое. У нас городок сам по себе небольшой вообще. Это даже, можно сказать, не городок, а маленькая деревушка такая. Если сравнивать с большими городами, как Мюнхен, Штутгарт, то это у нас реальная деревня. Но это тоже большие плюсы. Для семейной жизни самое. Да, тихо, спокойно, никаких ни пробок, никаких ни, как сказать, ничего, короче, лишнего. Тишина, спокойствие. Тут людей-то особо нет, не то что пробок. Сейчас я вот уйду, будний день. Смотрите, никого нет, одни машины только ездят. Да. Здесь у нас поезд каждое утро у нас гудит, когда здесь проезжает это место, потому что ниже есть точно такое же место, переход, где люди переходят. Там какая-то история такая ходила раньше, мне еще бабушка моя рассказывала, что маленькая девочка по поезд бросилась. И теперь он, каждый вот этот переход, который, где люди проходить могут, сигналит, чтобы на всякий случай люди внимание обращали. Так, сейчас мы дальше пройдемся, там тоже красивое место есть. Здесь, друзья, сейчас покажу вам такую детскую площадку недалеко от нашего дома. Тоже такая аккуратненькая, красивенькая, тихо, спокойно, никого нету, ни души. Что еще может быть лучше для ребенка? Вот смотрите, прям совсем недалеко от дома вот такая горка стоит. Там вот теннисный столик стоит, можешь с собой ракетки принести, друзей захватить и играть. Вот здесь лавочка для родителей, здесь такая качелька, там качелька. Никто ничего не ломает, как у нас, допустим, в Казахстане. Все целое, здесь вечность это будет стоять, еще столько же, сколько оно здесь стоит. Да, еще висят вывески, что детскую площадку можно посещать, по-моему, с 8 утра до 9 вечера. Ну да, но это так, формальности. Так-то, конечно, это не так. Собак здесь нельзя выгуливать, там написано, на велике кататься. Ну, собак, это логично, да. Вот, покажите себе. Да, речку, даже речку, правила площадки, видите? Утра, на велосипеде нельзя кататься, нас с собаками нельзя, футбол нельзя гонять. Потом, это что такое? Площадка с 3 до 14 лет только. Снимать шлем запрещено, алкоголь запрещен. Футбол. И мусорку в правильном месте выкидывать. Да. Ну, вот такие дела. Здесь домики очень красивые, все вообще аккуратненькие, тоже такие свеженькие, это новые дома. Здесь такие гаражи классные, и вообще площадь стоит. Да.
И очень чисто, смотрите, друзья, у нас сейчас тоже осень. Сегодня вообще был ураган, и, ну, ураган был достаточно сильный. Посмотрите, как все выглядит после него. Кроме листьев, никакого мусора больше вообще нету. Смотрите, какие деревья красивые. Смотрите, какие. Вот, может, да, камера это не передает. Пойдем, перебежим. Через дорогу пробежали. Смотрите, друзья. Но я думаю, что камера такой красоты не передаст. Там вон такое красненькое какое-то дерево, там тоже красота. Вот здесь тоже дачки. Здесь на этих дачках у нас в основном, насколько я знаю, пару русских есть тоже, которые снимают эти дачки. У них там все. Картошка, морковка, все, короче, как у нас там в огородах выращивает, следит. Да, но тут говорят, на дачах нельзя ночевать. Только вот так вот приезжать на выходные, допустим. Да. На даче, говорят, нельзя ночевать. Ну, нельзя использовать как жилое имущество, как бы. Можешь там время проводить, а жить там нельзя, запрещено. Ну, это конкретно у нас в городе. В других местах я не знаю. Такие вот остановки у нас тоже. На остановках нашей деревни, я не знаю, только бабули пользуются, сколько раз я видел. Да. Куда тут ехать? Тут можно все пешком пройти за 5 минут. Тут какой-то, я не знаю, метеорит упал, что ли, когда-то. Какой-то кратер огромный. Тут всегда, когда ливень, бассейн образуется, можно купаться. Не, ну так и есть. Там сейчас кукуруза росла. Летом. Сейчас ее скосили. Теперь кукурузы нет. Небо, да, какое красивое? Да, чистое такое прям. А тут тучи. Серое, тяжелое такое. Там солнце. Летний. Вот смотрите, домик тоже. Тоже, друзья, домик такой. Необычный какой-то. Тоже прикольно. В Германии очень много вот таких больших грузовых машин, фур. Здесь это почти каждая фирма связана с логистикой. Здесь очень много этих машин. Кстати, что интересно, этим машинам по воскресеньям нельзя ездить на автобанах. Только могут ездить те люди, которые, допустим, какой-то груз он особо везет, там продукты, чтоб не пропали или еще что-то. Ну, у кого специальные разрешения есть. А в основном обычным фурам нельзя ездить по воскресеньям. Поэтому автобаны все пустые от этих фур. Вон автобус едет. Только не знаю, едет там кто-то в нем или нет. Вот опять переход с рельсами. Тоже когда поезд едет, прикольно. Шлагбаум сам закрывается с обоих сторон. Поезд проезжает. Прикольно. Смотрите, какие дачки здесь я вот хотел вам показать. Вот, посмотрите, как они выглядят. Какая красота. Это все дачки. Плохо видно. Я сейчас туда дальше обойду. И покажу вам. Вот, видите. У всех свой огород. Тоже что-то выращивают там, да. Сейчас вот здесь тоже будет видно что-то. Вот, смотрите, как красиво. Вот эта вот дачка очень красивая летом. Сейчас уже как-то не так стало. А летом тут очень много цветов. И они убрали все украшения. Здесь прям, да, такое стадо было барашков, коровок. Вот здесь, смотрите, тоже сколько листьев намело сегодня. Там вообще не пройти. Весь тротуар в листьях. Еще не убирали у нас сегодня. Я так понял, да. Ну, смысла нет убирать, потому что ветер еще, в принципе, не остановился так. Вот эти дома у нас, которые стоят, это дома у нас социальные дома, да. Они, получается, как можно сказать, от города идут. Они дешевле намного. И в основном здесь все приезжие живут там. Много русских, много других стран приезжих. Вот так вот. Это тоже то же самые домики, они все однообразные от этой фирмы. Намного дешевле, если ты как у приватов будешь снимать квартиру. Намного дешевле уходит. Там тоже у всех свои огороды, но там ничего такого прям красивого нет. Смотрите, сколько листьев. Тетенька-музыкант ездит. Вот так вот.
Здесь смотрите, какие красивые домики. Солнышко вышло, прям такая сразу картина. Красивая, ясная. Тут какое-то заброшенное, но здание вообще никто не использует. Здесь тоже стоит просто так, никому не нужное. Вот, так. Вот такие заборчики здесь мне тоже нравятся, красивые. Здесь это актуальная такая тема. Из камней ее так выкладывать. Тоже прикольно смотрится. Да, если вы заметили, сколько мы вот здесь уже гуляем. Почти еще ни одной души живой не встретили. Но, хотя у нас будний день, не выходной сегодня. Такие вот дела сейчас. Тут тоже, смотрите, друзья, прикольно, как вот этот заброшенный дом. Прям, можно сказать, на воде стоит. Такая речка у нас здесь небольшая течет. Красивая. Смотри, ива такая и черочка. Так, ну тут ничего интересного нет. Так, вот здесь у нас тоже какая-то речка. По-моему, это та же самая, течет даже. Здесь вот такие деревья красивые. Вообще, если я не ошибаюсь, эта речка называется... Наш город называется в честь этой речки. У нас называется город Гюнсбург. Это река Гюнс называется. Если я не путаю, просто у нас их две реки. Смотрите, вон там водопадик такой красивый. Детская площадка. Небо голубое. Угу. Вот так практически примерно такая погода здесь почти до самой весны. Иногда редко бывает, очень снег выпадет, полдня полежит, растает и все. Снега здесь нет, как у нас в Казахстане. Там-то у нас зима, так зима. Грязь, слякоть. Ну да. А здесь чисто все. Поэтому я и говорю то, что здесь люди и на великах нам туда. На великах катается зимой. Ну такие вот детские качельки. Я еще помню, сам маленький был, сюда к бабушке в гости приезжал. На таких качался. И до сих пор у них такие качельки стоят. Смотрите. Водопад тут. Непонятно что. Да, тут в Германии Хэллоуин тоже. Будет. Люди отмечают 31 декабря, по-моему, если не ошибаюсь, будет. Октября, да. Люди тоже наряжают. Бывают прям сильно, прям красиво очень наряжают дома. А если нам такое попадется, мы обязательно да. Запишем. Если будет покажем. В этом году также красочно и прикольно, то обязательно снимем видео. На эту тему покажем. Там где-то утка кричит. Смотрите, друзья, жилой дом и сразу... За окном речечка такая прикольная. Это дерево обдуло, видать, сегодня. Так. Сейчас я вам покажу. Я здесь как раз по пути увидели такой аппарат. Я еще помню, маленьким ребенком сюда приезжал в гости. Они еще до сих пор были. Даже, по-моему, тот же самый еще стоял. Вот, смотрите. Раньше это была мода такая. Тут или всякая игрушечка попадается, давай или... Попробуем, давай. Тут жвачка. Ну, это жвачка уже, наверное, пересохла. Что-то выпало. Да, не стали, ну, такие вот жвачки. Но это очень старые такие аппараты. Я еще говорю, еще в детстве здесь был, их видел. Здесь тоже речка такая красивая. Только здесь, правда, немного грязно. Дома здесь. Друзья, у нас тут утки гуляют просто так по лесу. Не по лесу, по парку. Парк я уже, наверное, снимал. Я вроде снимал уже, да. Так вот, разгуливают. Никто не трогает их, никто не обижает. Гуляют спокойно. Ну ладно, друзья, на этом будем заканчивать. Всем желаю всего наилучшего. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставайтесь с нами. Будем снимать дальше. Дальше будет только интереснее. Всем пока.